две единички и две пятерки в банкноты 5000 тенге, которые лежат на байковой поверхности 23 октября. Единицы разошлись далеко друг от друга. Ну, в самом начале, в самом конце находятся. А вот пятерки, они расположились таким образом, что образуют с девяткой зеркальную цифру 5, 9, 5. Поэтому усиление этого параметра, а пятерка это цифра духовной власти, да, происходит, ну, где-то в полтора раза точно. А единица это цифра созидания. Усиление не происходит, потому что очень далеко они уж друг от друга очутились.